Здравствуйте! Вы находитесь на канале Валерия Уварова, и канал наш посвящен знаниям древних. Последние более чем 30 лет я занимался тем, что исследовал наследие, в частности, Древнего Египта, в первую очередь потому, что в Древнем Египте знание, которое касается здоровья человека, его сверхспособностей, оно сохранилось в наиболее целостном виде. И главное, в том виде, который мы можем изучать, применяя современные научные подходы. Это знание узнаваемо. И вот после 33 лет исследований я хочу с гордостью и с радостью сказать, что сегодня мы можем начинать применять это знание практически. Практически вот в нашей повседневной жизни, для нашего здоровья, для наших семей, наших детей. И я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому в известном смысле этот канал можно назвать «Вопросы Валерию Уварову». И вот в этой череде вопросов, а их было задано достаточно много, и я надеюсь, что после данной передачи этих вопросов будет еще больше, я хотел бы вам дать несколько советов не от себя, а исходя из опыта Древнего Египта, о том, как наилучшим, наиэффективнейшим образом восстановить свою энергетику. Почему вдруг возникла именно эта необходимость, именно этот вопрос? Потому что очень многие люди обращались и обращаются ко мне с вопросом и с проблемой, имеющей отношение к их повседневной жизни. Они с утра встают, и они чувствуют себя разбитыми, им не хватает энергии на работу, на творчество. В общем, жизнь теряет краску, жизнь теряет какой-то смысл. Поэтому этот вопрос, он, пожалуй, стал самым важным, номером один. Поэтому давайте попробуем решить этот вопрос. Давайте я вам расскажу, как этот вопрос решали в Древнем Египте, а его решали достаточно успешно. Надо признать, не случайно, эти инструменты, о которых пойдет речь, древнеегипетские жрецы и фараоны, то есть первые лица государства, они рекламировали их в течение всей 5000-летней истории своей цивилизации. И это, безусловно, не случайно. Причин было много, о которых мы поговорим с вами в процессе наших встреч, в других передачах. Но сейчас давайте поговорим немножко о том, как эффективно восстановить свою энергетику, как и что можно сделать для того, чтобы с утра вы чувствовали себя отдохнувшими, полными сил, творческих сил. Ну и, соответственно, это в той или иной мере, а я думаю, что в стопроцентной мере, скажется не только на эффективности вашей работы. Я думаю, что многие ваши планы и дела начнут сбываться, и вы даже удивитесь тем результатом, который вы будете получать. Итак. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на так называемые стельки с медно-цинковыми вкладышами. Это решение пришло после того, как много-много раз я сталкивался с тем, что не только в Древнем Египте, но цивилизации Индии и другие, собственно, цивилизации показывали на стопах ног правителей и жрецов удивительные сандалии, которые в нашем понимании кажутся весьма странными. И, как я уже сказал, 30 с лишним лет я изучал этот вопрос, и подошла та ситуация, тот момент, когда стало ясно, каков принцип. Вот эти стельки, их наилучшим образом мы можем применить, когда, купив носки или какие-то следки, мы вставляем их внутрь носочка. Это достаточно просто. Вот эти отверстия, под которыми находится металл, мы должны разместить вверх. И вот теперь советую, попробуйте, я вам гарантирую, 100% результат. Вот эти стельки одевайте на ночь. И независимо от того, как поздно вы легли, вы проснетесь с ощущением наполненности, как я каждый день утром просыпаюсь в районе 5-6 часов утра, хотя иногда ложусь в 2
часа ночи. С ощущением, будто я спал неделю, спал в лесу. Я после этого великолепно себя чувствую. Уверен, что вот это достаточно простое решение будет стопроцентно подходящим практически для всех. Единственный нюанс, с которым человек может столкнуться, используя эти стельки, это та ситуация, когда у человека накопились какие-то проблемы с ногами, например. Эти стельки активизируют кровообращение, активизируют ток энергии. И вот в тех местах, где есть проблема, начнется сначала раздувание, потом, возможно, некий болевой синдром. Но он проходит буквально в течение 1, 2, 3, максимум 4 дней, после чего вас ждет только кайф и только очень хороший результат. Вы будете чувствовать себя энергетически наполненными. Ну, помимо этого, хочу сказать, что 30-летний опыт использования данного инструмента, назовем его так, показал еще один очень интересный результат. Где-то у 50% женщин пропадает сосудистая сетка. И особенно эффективны они работают с людьми, у которых какие-то запущенные проблемы, и они находятся в тяжелой форме. Когда человек, например, не ходит, ножки болят, либо у мужчины простатит в такой тяжелой форме, что он, извините, и пописать не может. Вот эти стельки применяются, проходят 3-4-5 дней, человек начинает ходить нормально в туалет, женщина или мужчина начинает ходить, и после этого полны благодарности, и этот инструмент, эти стельки становятся инструментом их каждодневного использования. Так что применяйте, и я вам гарантирую 100% великолепный результат.